Снова привет, меня зовут Сергей Сапко, и это вторая часть видео, которое посвящено чудо-программе для губной гармошки, софт для губной гармошки. Эта программа называется Shortcut to Harping. Вот, в прошлом уроке я вам показал, как забрасывать мелодию, на что обращать внимание, где искать вашу мелодию посреди басов, ритм партии и прочего дерьма. Вот. А сегодня мы уже разберем, как эту самую мелодию вот, транспонировать, перевести в другую тональность, которая нужна вам. Вот. Что же, поехали! Что же нам надо делать, чтобы подстроить, например, вот у меня диатоническая губная гармошка в тональности до, и мне удобно, я не умею делать бенды, я не умею делать передувы, и я очень хочу сделать, сыграть эту проклятую сани, вот, очень хочу. Что наша программа мне может дать? Да вот что, я просто-напросто переделаю это все в другую тональность. Вот смотрите, что мы для этого делаем. Так, нажимаем кнопочку Tools. Вот, видно вам, я думаю. Так, потом сразу сверху тут написано Transpose. Извините за мой английский, ну, как умею, так и выговариваю, господи. Так, есть, дальше. Здесь мы видим такое подменю, выскакивает вот All Half Step Up, то есть, а если мы нажмем вот этот вот пункт, оно нам перебросит на одну ноту вверх. Нажмем пункт чуть ниже, Step Down, оно нам кинет на тональность на одну ноту ниже. Нажмем All Octave Up, оно нам на октаву бросит вверх, но это нам и нахрен не нужно. Октавы down, на октаву вниз, вот. И в нашем случае для подбора именно вот с определенным набором гармошек, с определенными тональностями или же с определенными навыками игры, вот, нам нужно просто по ноткам прыгать в данном, вот, и поэтому нам нужно всего лишь две вот этих вот пунктика. Вот, all half step up и all half step down. Вот. Давайте нажмем сразу step up, вверх. Чик, нажали. Видно, перескочили мы уже с нотки. Вот уже у нас вступление идет. Давайте назад вернем. Вот. Down. Если у нас было начало вот на минус 2, вот, две ноты, то есть вдох, второе отверстие на вдох. Вот. Мы нажимаем эту штучку, на нотку перепрыгиваем, и уже мы повысили, получается, тональность на одну нотку. Вот. Нам это тоже не подходит, тут куча бендов, вот видите, всякого, то, что нам как бы не надо. Еще раз нажимаем, вот, тут тоже бенды, не подходит нам. Опять transpose, all half step up, опять вверх, тут тоже бенды, вот тут вообще перейду, вот есть. Нет, не подходит, не хочу я такое. Вот, давайте еще выше. Ага, что тут у нас? Три на вдох, есть тут вот бенд. Ага, если дальше прокрутить, что у нас здесь, тоже бенды всякие. Нет, такое не хочу. Давайте еще разок нажмем transpose, all half step up. Вот, так, что у нас? Плюс 4, есть это, то бишь, 4 на выдох. Ага, ну идем дальше. Ага, тут передув есть, передув это жесть, и тут бенды всякие жесткие. Не-не-не, тоже не подходит. Идем дальше. Вверх. Тоже перейду. Вот видим красненьким. Не подходит. Опять Tools. Вот. Ага. Что у нас здесь? 4 вдох. 6 выдох у нас здесь. Тут бенд видим. Ну ладно. Давайте еще проклацаем вверх. Так. Оп.
Тут сразу с передува начинается, не устраивает нас такое. Так, еще вверх. Вот так, тут бенд тоже видно какой-то есть. Не хочу я, хочу еще. Вот, вот, тут два передува сразу же. Не-не-не-не, давайте пойдем чуть выше. Там может что-то есть. Так, передув на пятом отверстии не подходит мне такое. Угу. Что же у нас тут есть? Так, передувы, передувы, везде одни передувы, господи, что ж ты будешь делать? Так, и здесь передувы, ай-яй-яй-яй-яй, и начинается даже с бенда, нет, не хочу я такого, не хочу, опа, а вот тут я нашел то, что мне надо, смотрите, 6, 6 вдох, начинаем 6 вдох, тут вдох 8, выдох 7, давайте пролистаем. Ага. Смотрите, вообще нет ни бендов, ни передувов. Отлично, отлично. Так, давайте. Давайте попробуем сыграть это все. Ну, давайте учтем, что я эту мелодию как бы знаю. И вот, и я выучил эту мелодию с помощью этой программы, кстати. Вот, и вот, пожалуйста, 6 на вдох. Начинаем. Это получается у нас ля минорчик, бунием, композиция сани. До мажорной гармошечки. Вот с помощью этой программы я нашел себе и записал кучу-кучу мелодий, вот, которых хрен найдешь в интернете, просто пропечатывая табы для губной гармошки. Вот, я просто-напросто брал какую-то определенную композицию, скачивал в MIDI-файле, забрасывал в эту чудо-программу, и у меня было на тот момент всего лишь 3 гармошки. У меня был определенный и узкий круг тональностей, в которых я мог играть. Вот, я тогда не умел делать бенды, тем более передувы, да, ну господи. И вот эта чертова программа, вот, она спасла мне жизнь, не дала мне подохнуть со скуки, по крайней мере. Вот, вы видите, да? Мы просто-напросто закинули мелодию туда, вот, с помощью определенных манипуляций убрали все лишнее. Ну, можно и не убирать, если вы так уже пару раз пролистаете этот плейлист, или как его назвать, эти квадратики, которые тут будут выскакивать. Вот, play нажимаете, и оно видно, что оно играет. Закрашивается. Та-та-та-там, та-там, та-там. Вот, вы увидите сразу, где есть мелодия, где есть все лишнее. Все лишнее, вот, нажимаем правой кнопочкой, track delay, удаляем его к чертовой матери, если быстро звучит, вот. Ползуночком делаем себе скорость меньше. Если по тональности вам не подходит, есть всякие бенды, передувы, вот, есть кнопочка Tools, Transpose, all Health Step Up. Господи, понавыдумают всякого. Короче, получается, мы поднимаем или опускаем вот step up и step down, или поднимаем мелодию на одну, на тон, на одну октавку, не октавку, блин, а на нотку выше или на нотку ниже. Вот, и смотрим. Все, что зелененькое, это без передувов. Тупо вдох или тупо выдох. Если там есть желтое или красное, это бенды, красное это передувы. Вот, и в данном случае вот у нас есть сани. Мы нашли, сколько мы там шагов сделали. 5, 6 этих... Tools Transpose Up'ов. Tools Transpose Up'ов. Ни хрена себе.
Вот, 5 штук, по-моему, или 6. Вот, нашли, все у нас зелененькое, все красивенькое. И на обычной до мажорной гармошке мы можем сыграть спокойно, вот, записав себе на блокнотик вот эти нотки. Все тут показано. Минус 6, минус 6. Вот, смотрите, минус 8, плюс 7, ну, то бишь, выдох на 7, минус 6, вдох на 6. И так дальше. Все элементарно, действительно. Изучайте, смотрите, скачивайте. Что непонятно, спрашивайте. Оно у меня всегда под рукой, я могу зайти, поковырять и ответить, что вам непонятно. А прога действительно обалденная. Вот очень хорошо, что я его вот нашел вообще. Это реально ирония судьбы, блин. Все. Вот так вот с помощью чудо-техники, чудо-программы мы можем абсолютно любую мелодию, так как, почему любую мелодию? Потому как в MIDI формате в интернете можно найти абсолютно, ну ладно, абсолютно 90% эстрады, 90% рок-музыки, 90% электронной музыки, вообще 90% музыки можно найти в этих в MIDI файлах. Скачиваем ее, этот файл, забрасываем в эту чудную прогу и радуемся жизни. Меня зовут Сергей Собко. Всем удачи, всем счастья. Играйте, экспериментируйте. Я думаю, мое видео очень и очень будет вам полезным. В частности, это потому, как я сам был в шоке, что в интернете нет, блин, видео о софте, посвященной губной гармошке. А оно действительно есть. Вот, надо просто покопаться, порыться и поискать. Ну, будем считать, что 2 моих дня прошли не впустую. Спасибо за внимание. Меня зовут Сергей Собко. Еще раз до встречи. А на следующем уроке, наверное, все-таки попробую. В комментариях там было написано обращение, просьба о блюзовой импровизации. Вот такая пожелание, просьба. Наверное, все-таки попробую я вот без образования музыкального все-таки попытаться рассказать об этой блюзовой импровизации. Все, до встречи на следующем уроке.